Из-за высоких цен не смогли отдыхать в Турции или Египте? Провести неделю в пятизвездочном отеле Турции или Египта с питанием «Все включено» можно всего за 80 тысяч рублей на двоих. Это вдвое дешевле, чем в середине сентября. Есть туры и за 57 тысяч рублей на двоих. Тур можно купить в магазине туров Травелата, где собраны туры от всех ведущих туроператоров. Ссылку оставлю в описании под этим видео. Тур можно сразу забронировать, а электронные документы вам придут на почту, которые имеют юридическую силу. Мы видим, что на российский туристический рынок вернулись дешевые горящие путевки из данных агрегаторов по поиске туров. Туры, которые раньше стоили 150 тысяч рублей, сейчас действительно можно купить за 85 тысяч рублей и дешевле. Продажи новых туров сейчас просели на 30 процентов. Люди переживают и пока не стремятся ехать на отдых. В итоге рейсы не заполняются. В неделю в норме должна отправляться 300 человек, а едут всего 200. Поэтому, чтобы добрать 100 человек, и снижаются цены пресс-службе туроператора «Интурист» сообщили, что с конца сентября спрос на новые туры, в том числе по России, упал на 40-50%. Люди не понимают, могут ли сейчас поехать на отдых. По этой же причине есть и отказа от туров. Кто-то уже получил повестку, остальные не понимают, обязаны ли они оставаться в регионе или нет, сообщили в компании. Ну а мы, конечно же, будем следить за новостями. До скорой встречи. Пока.